Реру, мои маленькие любители, покушайте, мы продолжаем. Нам есть теперь что есть. Если у нас еще двоечка займется тем, то что будет переразделывать тушь, а не занимается какой-нибудь там хуйней, которой она сейчас там по-любому занимается, то будет вообще охуенно. О, волк окочурился, прикольно. Так, я бы вот эту вот область немножечко уменьшил, кровать бы вот сюда вот поставил, а это вот расширил вот аж до сих пор примерно. Потому что нам в любом случае придется здесь сохранять тепло, рано или поздно. А если по планировке посмотреть, как раз здесь у нас должна и пройти область кухни, поэтому нормально. Планировки, постройка, у нас должна быть дверь вот аж здесь. Это у нас ставится здесь замечательно. Так, я предлагаю сейчас сделать ход конем небольшой, правда, ход. Планировка. У меня тут есть специальное место для прохода сделанное. Но я его выкопаю вот здесь вот, вот таким вот боком. И построю здесь туабзет. Вообще, ну, я бы еще и светокаменно изучил. Потому что тут слишком темновато. И построим здесь лампу-факел. Вот здесь вот одну штучку и вот здесь вот одну штучку. Потому что может случиться всякое, например, есть тут такой ивент, как темнота, и я ее ненавижу, но она может случиться и, соответственно, принести некие неудобства нам, а именно убить наших всех колонистов, чего я, соответственно, не хочу, поэтому лучше этого не допускать. Братан, давай мы с тобой, знаешь, что делаем? Здесь пока обработку камня мы поставим на паузу. Ты у нас сделай инструменты всем нам. Пельмень, по постройке я поставлю тут гранитную штуку. А здесь вот мы поставим здесь отхожее место из глютины, из досок обычных. Вот такой вот туалет. И что у нас ты делаешь? Молоток из мрамора. Умница, умница моя. Горжусь тобой. Шедевральный просто. Просто умница. Налет. Противник уйдет какое-то время на подготовку перейти. У нас тут есть один чувак. На всякий случай. По ограничениям я всех сгоню в домашнюю область. Давайте. Давай иди сюда. И примени на всякий случай на подстраховку, иди сюда. Стреляйте только по команде, запомнили? Бонный хряк, иди сюда. Ремень, стреляй по ним. Му. Убил. Все, молодец. Кто-то по персоне, чувак. 19 лет. Неопасное кровотечение, замечательно. Животновод, растеневод. Такое себе, поэтому, ну, тебя нафиг. Так, вы можете гулять где угодно, поэтому я вас не ограничиваю. Ребят, давайте вперед. Чё? Чё, а чума? Господи, я нума прочитал. Ну чё ж, лечи. Вылечишь хорошо, не вылечишь, еда. Все, мы изучили наконец-таки эту штуку. Давайте по защите поставим здесь вот амбразуры наши из гранита. Таким вот боком. Освещение светокамнем мы тоже изучили, замечательно. До светокамня бежать далеко? Давайте сначала сделаем комнату, а потом будем делать освещение светокамня. Было бы замечательно. Я дал нашему Хересу приказ вот это все срезать, для того, чтобы у нас не было проблем с обороной. Так, стоять! Иди сюда. Либо не, блядь, на поросят моих охотится. Хес, успокойся уже, а. Сам-то отвратительное место, это лучший курорт, который я тебе могу предложить. Так, я могу сейчас сделать из мебели кровать, вот, такую вот обычную кровать из легкой кожи. У нас еще легкая кожа осталась, 26. Не хватит на еще одну кровать, ну ладно. Оптовый торговец, а, замечательно, ребят. Оптовый торговец обычно приходил мне всегда в это время. Скорость иммунитета 95, эффективность отдыха 108. Тут эффективность отдыха 130, скорость выработки иммунитета, да, меньше, но что, тем не менее. Вот это нужно будет переставить сюда, как бы больничное крыло небольшое. По общению, как я помню, у меня лучший Хес. Да, Хес. Сейчас будешь торговать у меня с ними. Иди поторгуй, пожалуйста. Да, ребята, семена. Семена я могу продавать, это замечательно. Лекарственные травы я бы у вас купил. Хотя бы 7 штучек для начала. Вот, картофель. 22 семени. Идеально просто, ребят. Вот, в принципе, у меня такая сделка устроит. Давай, подтвердить. И в обязательном порядке, просто в максимальном приоритете, сегодня должен здесь вот область, где будут храниться семена. Все, любые семена. И по приказу я должен сделать это срочно перенести. Пожалуйста, перенеси это на месте, чтобы я видел, где это находится. Я могу сажать уже картофель, замечательно. Поэтому все будет идеально. Но пока сента ноябрь, оно вырастить не успеет, поэтому будем довольствоваться тем, что есть. А, кстати, тоже... Тут же будут лежать лекарственные травы. И меня, а ты чё так медленно двигаешься? Пищевое отравление, ладно. Что? Подарок? Чё вы мне подарили?
Допустим. Что это тебе дает штука? Ты ее напялил на себя. Вероятность подавления, ага. Я все же есть дикое желание высадить и попытаться постройку хотя бы по минимуму нашу картошечку. Здесь небольшую оградительную нужно построить в любом случае, поэтому давайте сделаем это. Вам развлечений не хватает или я не пойму, в чем дело? Развлечений, что я могу из разрешения? Могу построить мишень из луков. Но для этого нужно сделать короткий лук. Мишень из луков не подходит, значит построим мольберт обычный из досок. Хотя бы его. Нужно в срочном порядке также построить из мебели хотя бы примитивные столы. Хотя бы один стол. Пущай будет здесь. Чел, вот мы с тобой, да? Пока нам все равно заниматься нечем. Вот это... А теперь смотри, я хочу здесь вот высадить хотя бы штучек 5. Допустим, 8 картошечки. Сможем мы с тобой сделать это, Хес? Давай. Остальное пущай растет. Область... Убрать крыши, вот здесь вот будет область без крыши у нас, пока здесь будет расти у нас ресурсы. Удовлетворенность всех и комфорта нет, поэтому так хуёво. Срочно нужно делать отдельные спальные места. Давайте хотя бы из дерева их построим, вот здесь вот банальные. 3 на 3 хотя бы. Так, а по кровати, мне надо посмотреть, что я могу сделать по кровати. Мебель 12-5. Самое лучшее у нас есть кожа, поэтому давайте из кожи 3 кроватки сделаем. Пельмень, давай ты доделаешь кровати у нас, и вот это вот теперь будет твоя кровать. По идее, так как у нас каждый находится в своей отдельной комнате, у меня не должно быть таких сильных дебафов. Здесь это сможет улучшить все. Теперь также у нас есть обеденный стол, за которым можно поесть. Тоже очень хорошо. Так, у нас еды мало. Пойдемте вдвоем. В принципе. Ну, надо бы отправиться. Тут-то у нас. У нас есть стадо альпак. Гниет, вот этот гниющий труп нам не надо. А вот вас надо бы перенести, замечательно. Ну, короче, стандартная ситуация. Давай, племень, ты освобожден от своих обязанностей, ты можешь делать все, что захочешь. Я решил поставить всем одинаковый режим сна, чтобы они занимались делами, а не спали. Короче, чтобы у них настроение все было бы получше. Грузовые контейнеры, неплохо. Что у нас там? 2 капсулы. Пойдем откроем. Мертвые скульпторы. Беспонтовая вещь. Вот эту штуку сразу оставляем здесь. Смесь пасты. Ну, короче, херь всякая. У нас куча газелей, которые помечены на срочный перенос, но никто не переносит. Почему? В любом случае, нам сейчас нужно будет построить. Давайте лучше бочку из досок для кожи. Вот эта штука нам нужна. Без разницы, скорость работы нам какая. Здесь будет. Вот таким вот боком пусть здесь стоит. Замечательно, так мы сейчас добавим задание здесь. Картошка нам нужна. Картофель и семена пока на паузу. Потому что весь картофель, который мы здесь срубим, мы сразу переделаем в семена. А если у нас тут пошла такая пьянка, то мы, если мы начали выращивать, нам необходимо будет просто делать холодильник. А для этого будет просто необходимо переезжать. Вот скорее всего вот в этой комнате у нас поделится наш ученый. И тогда в таком случае я сюда вот поставлю следующий стол. Поэтому давай. Пельмешка, вперед и с песней. Что мы нашли? Мы олово нашли, ладно. Ну-ка посмотрим, как наша картошечка выросла уже на 52%. Неплохо, очень даже хорошо. Учитывая то, что сейчас уже практически поздняя осень, это очень даже замечательно. Хранилище нам нужно изучить. И вторые тоже хранилища, потому что это очень тоже необходимо сильно. А, ребят, я вижу у вас дебаф к холоду, у вас тут 5 градусов, да? Всего лишь поэтому просто необходимо, наверное, будет построить печку здесь. Сколько у меня древесины есть? 1000 древесины. За глазами хватит ее, в принципе, на всю зиму. Хранилища первые завершены. Давайте будем топить просто деревом. Не будем парить мозги. Все, замечательно. Вот сейчас должна быть нормальная температура. Научные столы. Простой исследовательский стол из стали. И ставим его вот сюда вот. Давай, племень, займись, пожалуйста, вот над этим проектом. Да вот этот вот можно будет разбирать. А, я так понял, он мне дал железную руду. Только 200 штучек железной руды он мне дал, да? Ну ладно, почему бы нет. Пожиратель посевов. Ой, блядь, сколько их тут. Пельмень, иди сюда. И ты иди сюда. Ой, блядь, сейчас сожрут все нахуй. Вроде всех убил. Всего сколько? 3 штуки сожрали. Вот, ладно, ничего страшного. Еще вырастим. 49 градусов, охуеть.
Давайте вот эту дверь подержим открытой какое-то время, чтобы тут хотя бы как-то проветрилось. Потому что тут у нас уже получается тепловой удар. Нет пока? Ну ладно.